Ну вот, собственно, снова и я. Извиняюсь за небольшие технические неполадки. Надеюсь, больше они не повторятся сегодня. Камера вернется чуть позже. Берегись слева. Что? А, ну спасибо, что предупредили. А вот про это мне никто не сказал. Все, что ли? Дженнис ненадолго отлучился, ибо какие-то неполадки у него теперь с рейд-колом. Да, все не как у людей. Но зато, надеюсь, задержка немножко поменьше стала. Он, ты тут? Не знаю, вроде как. Так, ну и куда мне там идти-то? Ты вышла уже с этой канализации? Наверху, да, уже? Да, я наверху тут стояли вот как раз, типа, это какие-то ребята нехорошие. А еще, мне кажется, щит сломался. Или он так выглядит? Там не сломается. Ну, тогда он как-то печально выглядит. Ну, так. Это плохой щит просто. Я наверху, тут был чувак какой-то с этими с бомбами. Слева возле двери, там слева, короче, будет еще один тип. Или ты уже убила? Уже убила. Вот сейчас я там поставлю возле серого туманчика, поставлю по этот, как он называется, метку призыва. Угу. Хорошо. Правда, мне сначала в игру зайти надо. Блин, тут кто-то еще топает вдобавок. А, ты мышку не можешь убрать в бок, это у тебя мышка на стриме видно. Могу, могу. Вроде как убрала даже. Я тут пытаюсь создать торнадо. Все нормально. Но, честно, это первая игра, в которой я думаю, что я на джойстике играю лучше, чем на клавиатуре. Потому что реально в жизни ни разу не играла на... Здесь на полу должен будет появиться такой белый знак. Не в самой комнате, а прямо на улице, можно так сказать. Белый знак. Я вижу только одну белую хрень. Непонятно, она где-то внизу. Это, по-моему, душа... Типа надпись, да? Нет. Надписи я точно не вижу. А, нет, это нет, я понял, что ты видишь, я понял. Там я на стриме посмотрел. А надписи я не наблюдаю. Но если эти бочки разбить, то туда можно упасть. Вот за мостиком, прямо возле белой этой фигни должно быть.
Походу нету надписи. Сейчас я проверю, какой регион загрузки стоит. Может, регион надо сменить еще. Окей. Я пока что пойду сквозь бочки за душой. Там осторожнее, снизу будет засада, если что. Ой. Нормальный такой самоубился. Там можно быстренько убить, если... А, ну понятно. Спасибо. Тебе там понятно? Zero X, привет. А, да, точно, все. Окей. Мне тут сказали, в чем причина. Я ж человечность не юзнула. А ты блокировать атаки научилась или ты парировать только пытаешься? Я просто защищаюсь щитом, все нормально. Ага. Не, я просто смотрю, тебя атакуют, ты три раза пыталась парировать. Не знаю, что там пыталась на самом деле. Ой. Быстрый спуск. А мне, скорее всего, сейчас... Я человечность не заюзала, поэтому... В регионах загрузки Стима. Три, у тебя в регионах загрузки в Стиме. Ну. Регион загрузки какой стоит? Ой, я уже не помню, по-моему. Ну, России точно? Ну, Зэ, да, я тебе еще раз повторяю, мне тут написали, что я метку не увижу, пока что не заюзаю человечность. А, ты умерла? Да, уже несколько раз. Я же говорил, только живым. Я же изначально так сказал. Так что сейчас все будет. Надеюсь. И скажи потом, какой у тебя регион загрузки стоит. Там Рашка, там какая именно. Потом 9 серверов. А, Казань. Появилось. Казань, окей, сейчас. Нету ничего человечности. У нас нету людей. Вы чего? Да я чат смотрю просто. Бесчеловечный чат. Стоп, я же вроде заюзал. Типа того. Я же вроде бы заюзал ее. Теперь только проблема в том, что снова надо будет все расчищать. Я уж поняла. Ну. В смысле нет человечности? Чё за бред? Ты использовала? А, я не то, я душу заюзала какую-то, походу. Да, ты душ, 200 душ тебе дал. Нормально так. Я думаю, я как раз на стриме смотрю. Я уже поняла, скорее, что я не то юзала. Да. Как же сложно все. Почему ты решил так надо мной поиздеваться, а? О, нет. Не, ну след тут. Это я еще не издеваюсь, еще больше потом будет. Там же эти уроды опять будут наверху. Да чтоб тебя. Просто пробеги мимо, ну вот сейчас попытаюсь пробежать мимо. Вот мимо того чувака явно не пробегу. Человек написал в чате спидран по-любому, самый быстрый в мире. Нет, сегодня у нас в программе стример впервые в жизни играет Dark Souls. Какая цель стрима? Какая цель стрима?
Ах да, ты бомбы не блокируй, они не блокируются вообще. Я уже Там надо поняла. быстро сокращать дистанцию. Я его просто скинула. Я думаю, это нормальное решение было. Что ж, ребят, тем временем всем привет. Добро пожаловать на адские потуги. Кстати, задержка поменьше стала? Ну, меньше, чем вчера, но не настолько. Просто я битрейт уменьшила. Так, ну крысы я убила хотя Ну бы. не, ну меньше минуты, секунд 30 Ну, норм... задержки там ну так, плюс-минус. такая задержка, это уже нормально. Не то, что как у нас вчера вот возрастало до 3 минут аж. Тик. Аллилуйя, я дошла наверх. В этот раз, кстати, побыстрее как-то. Но того босса я тебе никогда не прощу больше. Я не буду включать. Ты где именно наверх дошла уже? Но уже возле тех серых На ворот. сходах должен быть белый знак. Я на сходах поставил. На сходах? Смотри на стриле. Я боюсь, что я из-за того, что у меня DS Fix стоит, у тебя его нету, что нас может не видеть. Что ты не увидишь, может, знак. Еще вот это может быть причина. Я просто не помню в этом этот прикол. В чате может кто напишет через секунд 30-40 об этом. О, мне дали огненную бомбу. Ну вот я опять тут, как бы. И нужно было, наверное, все-таки до стрима сижу и говорить про то, что еще что-то нужно поставить. А то так дело не пойдет. Я, короче, на том же месте, где я в прошлый раз Будешь стояла. хардкорно проходить сама. Да. Возле пометочки а-ля слева, берегись. Так, а чтобы вообще без проблем играть по сети с конкретным человеком, можно установить Wolves Dark Souls. Активируем мод и выбить в нем Steam ID конкретного игрока. Сейчас поищу его. Я об этом вообще впервые слышу. Ну, тогда в следующий раз нужно будет затестить хотя бы как-нибудь. Сможем ли мы вместе играть, прежде чем начинать стрим? Окей? Будешь со мной проходить, в чем проблема? Ну, в том, что игру подарил ты. Ты планировал вместе с нами проходить, и это как-то уже... Как-то уже не то. Ну, ладно, я могу и посмотреть, я уже раза три прошел, мне да, нормально. Да нет, стримеру понадобится помощь. Нет, да мне скажи, где ты метку ставил, потому что я, может быть, прошла 10 раз как. Ну, на сходах сразу, как только ты наверх шла. Я уже вышел из игры, она пропала. Ну ладно, ладно, ладно. Но вообще, Нимху, первый раз надо проходить соло и без подсказок в этом весь сок игры. Согласен. Согласен. Это просто немножечко другие планы были. Так, а что здесь? Ну, пройти сквозь что-то там. Тут опять что-то страшное будет, да? Просто тогда бы я с самого начала настроила музыку какую-нибудь на фон, а то здесь ее нету что-то.
спокойно бы проходила. Человек в чате, который про моды говорил, какая версия лучше всего, 2.1 или стандартная? Это было что-то страшное и ужасное. Или там без разницы? На чем ужасное? А, тут просто какой-то дракон пролетел. И меня убили. А, потом с драконом будет тоже весело. Пролетел дракон, меня убили, так, стандартно, конечно, лучше. Так не говори, что все сначала? Да ну серьезно? Да. Что за... Да еще и теперь тебе, по идее, человечества нет. У меня было две. Я бы уже потратил? Нет, только одну. Сдохни, тварь! И нет, СиДжей, это я не скелету. По-моему, что-то мне так подсказывает, что это я тебе. Почему же? Да ну все нафиг, а. По-моему, стрим сегодня будет недолгим. Просто быстренько сменим игру, да? Ой, прелесть какая. Мне тут сказали, что я до костра не дошла 20 метров. Ну, вообще, да, там перебило бы 3 или 4 этих зомбика. И там как раз костер. Вот башня слева была, там костер. Главное, не падать, не падать. Я еще живая. Я дойду до этого костра. Господи, ты-то откуда взялся? Тебя ж тут не было. Или был? А крыска миленькая. То есть тут реально просто бегаешь и заучиваешь весь уровень, и потом уже раза, наверное, с 20-го проходишь? Если я правильно поняла. Нет, не с 20-го, меньше. О, ты меня просто не знаешь. Это будет раза с 20-го. Раз играешь, раза с 5-го пройдешь. Ну, судя по тому, сколько ты босса первого била, то да. С отмычкой-то. Да ладно, я с отмычкой вон убиваю с первого раза и ничего. Какой ты молодец у нас. Я с отмычкой никого не убиваю. Я думаю, он Овал тоже убьет. Овал, ты тоже убиваешь там с первого раза, даже с отмычкой? Нищим при том. А, кстати, ты нищий класс не брала, не пробовала? Нет. Да какого же... Hello, панкикер. Я ненавижу эту игру. Веселая игра. Очень. Так. А ну, как найти с этой Steam ID? Чего? Да Steam ID еще для этой программы. Я уже нашел эту фигню, что говорил. Space. Я DS1 не проходил, у меня лагает только DS2 и DS3. И не проходи, честно. Не знаю, готова ли я буду пройти второй или третий после этого.
И на второй и третий немножко полегче, поверь. А, то есть это такое хардкорное испытание, реально. Ну да. Я же со всей душой к тебе. Ну, I wanna be the больше у нас не будет на стриме. 100%. Кто там у нас топ-донат? Покажи мне топ-донат. 1000 рублей у нас топ-донат. Ты не станешь топ-донатом. Иди нафиг. А почему ты так думаешь? Потому что не станешь. Я не позволю тебе ты этого сама сделать. На его счет задонатишь. Понятно. Да я тебе не боши, там еще есть игра по хардкорнее. Да? Какая? Paper, please, а где Вов? Вов на сегодня же не планировался, Вов будет завтра, либо сегодня, когда у меня окончательно пригорит от этой игры. О, шлем. Приветик, приветик, Стэйянг. Поставил себе качество мобильное, задержка где-то секунд 15-20. Нормально так. Так, шлем стоит одевать? Ди? 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 Да поначалу тебя вообще особо сейчас не будет решать, что ты одета. Я все равно одену. Тебе щит надо найти, который даст там 100% защиты. При блокировании. Там есть такой щит на начале. Но его очень сложно достать. Еще можешь сбегать, попробовать рядом со скелетами. Только его найти еще надо. Что-то скелет какой-то псих. Миллиметраж, блин, я чуть не улетела вниз. Я просто юзаю все, что падает со всех мобов. Да, кстати, еще мне очень сложно справляться с кнопочкой захвата цели. В смысле? У меня на джойстике в этом месте 6 кнопок. Все очень плохо, походу. Так, а в Dark Souls для мульта разница уровней должна быть 10, плюс-минус 10 уровней. Это соблюдено? Ну, тебя какой уровень? Не знаю. У тебя там в районе 10 должно быть, у меня 15. Значит, соблюдено. Даже быть у меня прям совсем-совсем лоу-левел. Хотя я уровень, кстати, не повышала. Ну, идем, иди сюда. А, ну все ок. Так, ну, окей, я живу. Все еще живу. Да в смысле? Засунь свой щит дальше-то. Короче, все очень плохо. Че очень плохо, что не так? А no something, привет. Ну, кошечки болит, у собачки болит, а у рыжей панды не болит. Где боль, где отчаяние? Ого, старый соус, это я проходил. Это чатик? Это у меня что-то чатик не хочет обновляться. Я не знаю, почему у тебя чатик не хочет обновляться. Я, кстати, сейчас пытаюсь зачитать как раз-таки наш чатик. Вот, ого, старый соус, я проходил, правда, недолго. Пришлось за новой клавой ехать. Но у меня no something не клавиатура, у меня все-таки джойстик. Колдуном играть надо было, им хорошо. И бомбы взять. У меня бомбы и так стоят. Убьем джойстик, все нормально. Так вот, у меня бомбы и так стоят, играю я пиромантом, колдуном я попробовала, мне не сильно понравилось колдуном, и секундочку, я отойду.
Да бы нужно все-таки. Блин, там пауза есть. В общем, мне нужно открыть дверь, Нет. поэтому. Поэтому секундочку. Меня еще не успели здесь убить. Пока вроде нет. Ну, окей, значит, живем. Живем. Всем, ребят, привет. Добро пожаловать на стрим. Кто не подписан, подписывайтесь. Хотя нет, не подписывайтесь. Сегодня не надо. Сегодня плохо. А вот мне интересно, я смогу приконнектиться к тебе, если у тебя тут и программы нету. Не знаю. Так. Как-то нет. Чё не так уже? Чё не так уже? Я вернулась в игру, и я снова возле костра. Круто. Ты знаешь, сколько проклятий будет сыпаться на тебя? Ну попробуем, знаешь, как сделать потом? Поставишь Death Fix, я тебе кину ссылку на эту программу. Но это уже все-таки, видимо, будет на следующем стриме, потому что сейчас мы вряд ли да, будем а пока, отвлекаться. А пока соло проходи. Да, спасибо. Гори в аду, человек. Все желаем Даше самого простого прохода. Я много милишников потерял. Да, я много милишников потерял в этой игре. А вот как-то магом легко пролетелось. Да, вот за мага достаточно трудно мне было в самом начале пройти, просто потому что она кастует очень долго. Хотя, может быть, у пироманта тоже каст не такой уж и коротенький, медленный. Да ё-моё! Окей. Может быть, просто надо было Сижею с самого начала сказать, что мне нужно взять бомбы. Да, игра проводит. Не, я думал, она без бомб справится. Угу. А сам-то как в первый раз проходил? Сам первый раз магом. Магом проходил первый раз. С отмычкой? Со своей любимой отмычкой? Нет, тогда я взял, по-моему, медальон или там что-то на здоровье, не помню. Медальон там написано как бы это, такая штука. Да он по своей сути не очень-то и полезный, медальон, поверь. Да я сейчас смысла подарки прыгать нету, там кольцо. И потом торгаш будет, вот потом запрыгнет туда. Так. Репосты делать уже научилась. Самый норм урон отбить щитом и нанести репост. Ну как, я в принципе знаю, как это делать, да. Да. Но как-то не очень у меня это получается. Зачем я убиваю крысу? Это не скажешь? Ну, душу получаешь, там может человечность с крысы падать. Представь себе. Ух ты. Ну, с крыс чаще всего падает человечность, по-моему. Что за бред? Ты реально очень бредово звучит. Ну, вот так вот, крысы человечнее всех остальных. Окей. Неплохо так придумано. Разрабы молодцы.
Я научилась только блокировать первый удар и наносить ответный после этого. Я думала, он уже сдох. А он еще живой. Ненавижу крыс. Да, я тоже не очень люблю. Так, ты со своей... Вот честно, сейчас у меня цель стрима это дойти до того костра и все, по-моему. Дойди до следующего босса хотя бы, можешь его даже не проходить. Это будет твоя задача на эту игру? Да, хотя бы дойти. Так, ну на в человечности, вот у меня человечность в кишках, все норм. А черного рыцаря блок не спасает, не привыкай лучше. Да, там черный рыцарь потом будет, то там вообще будет поинтереснее. Ну, пока что с этими скелетиками блок мне помогает, мне бы хоть научиться это все делать. Окей. Черного рыцаря надо будет уклоняться и в спину его бить, желательно. Я понял, как я как сумасшедшая от того босса перекатывалась по полу. Захваты по кругу. По горбу тоже удар есть мощный. Но это я уже поняла, то, что спины крит идет. Чем-то напоминает многие ММО РПГ, в которых тоже крит со спины. Прокат по бочкам. Ребят, давайте я сначала попробую все-таки дойти до костра. Минус один. А вот это уже нехорошо. Ненавижу бочки, крыс, бочки, что еще, что дальше, людей, игры, мир, вселенную, себя. Все, абсолютно все. Сдохни. О, кажется, я вижу костер. Даже костер? Это костер. И цель достигнута. Не, так до босса иди. До босса. Да, Вот. первый босс хотя бы. Окей. Ну ты сказал, что можно его даже не убивать. Потому что я его не Можешь убью. Не убивать, ради бога. Так, что тут? Нет, себя я люблю, а вот собак теперь я терпеть не могу. Просто злостный хейтер у нас в чате. Ненавидит все. Кроме себя. Что он ненавидит? Абсолютно все, кроме себя.
Господи, а что там такое взрывоопасное-то? Ой. В смысле взрывоопасно? Там что-то взрывается. Я же не сдохла? Нет? Нет, живая. Нормально? Да нет, наверное. Так. Вспомнил старый анекдот, где приходит мужик к доктору, доктор говорит, что болит, он так тыкает пальцем. Вот тут болит, и тут болит, в ногу тыкает и в руку, и в голову, и в пятку. Везде болит. Доктор его осмотрел и говорит: «О, батенька, у вас пальчик сломан». Ну да. Если видишь долгий замах, делай прокат ему за спину и бей. Если бы Сижей с нами сегодня был бы, он бы, думаю, как-то показал бы, как это делается, хотя бы наглядно. Так, отсюда я пришла. Можно я выпрыгну в окно просто? Что там уже? Потыкай кнопки джойстика во время бега. Так, ну если подкат, а не прокат, то я поняла, о чем ты. Куда мне идти? Ты еще с нами? Перебегай по мосту туда дальше, да, здесь, конечно. По мосту пробегать надо, когда ты прошла. Или ты вот от костра ты уже перебежала или нет? А, перебежала вроде бы как я. Тут сундучок нашла. Какой-то. Так, и как тебе игруха, Дашкин? Сижей хотел, чтобы не было боли, чтобы я страдала. Так вот, оно так. Причем на том, что тут у меня вся игра заключается в главной цели дойти хотя бы до сохранения. Что-то какой бешеный-то чувак. Я думаю, оно само за себя говорит. А ты уже не ставишь цель пройти игру, а ставишь цель дойти до сохранения. Тут я уже была. А если ко всему этому у тебя еще, как у меня, топографический кретинизм, то вообще шикарно. Сколько же тут? Они задолбали со своими бомбами, блин. Что? Этот чувак опять свои бомбы стоит. Там хоть один был. И при этом я еще должна успевать читать чат. Так, без проката долго ты не пройдешь в этой игре. Сейчас будет первая смерть после зомбов, будет рыцарь. Окей. А что за цвет волос у вас? Непонятно, вы блондинка. Сиджей, я блондинка? Сиджей, видимо, от нас ушел. Нет, я рыжая. Так уж вышло. Рыцарь. Ребят, зачем вы заказали именно эту игру? Я, кажется, это... Кажется, я номером ошиблась. Ты прости.
Так. Вот так оно и есть. Так оно и есть no something. Вроде бы у нас не скрывалось. Ребят, давайте по очереди. Да. О, я живая. Пока что. Грёбаные уроды с бомбами. Я надеюсь, хотя бы в ту сторону пошла. Или нет? И вообще, зачем я туда пошла? Ищи подкат. Ты вот об этом, что ли? Или нет? Или что? А, вот про этого ты мне, рыцарь, говорил, видимо, да? Ты тут вообще или нет? Ты Да, это не отключил. я тут. Я тут танцую с рыцарем, все нормально. А как его убить? Хотя есть небольшая идейка, конечно. Вот и все. Если это тот самый рыцарь, конечно. Да, об этом. Показывай скиллуху. Хватит уже слоупочно ковырять мобов. No something. Да, что я, кстати, туплю с этим? Топориком, когда у меня есть магия. Не подскажешь, Джей? Ну, не знаю. Я же могла это и раньше сделать. Ну вот ты с помощью магии могла и с отмычкой убить босса. Чего вы у меня блондинка? Не знаю. Не знаю, почему я у тебя блондинка. Упс. А вот это было больно. Внезапно. Там же вроде костер был, который, возле которого там можно сохраниться или нет. Сиджей, ты тут еще? Ну да. Ну да? Скажи мне, пожалуйста, почему я возле начального? Слышу подписку, а спасибо. Ты возле того сохранилась или нет? МК Стайл, спасибо тебе огромное за подписку на этих страшных и мучительных потугах. Так, возле того... Ты, да, ты возле того просто... Мне надо было, помимо того, что ты активировать все связи, не вообще, по-моему, как... Блин. Я точку не завязала. Шикарно.
Ну, бывает. Я к нему подходила, я вроде как нажимала на него, но не отдыхала возле него, единственное, что. Ладно, попробую с магией пройти. Вдруг побыстрее получится. Не Ну, то? в некоторых моментах тогда будет на порядок быстрее. Например, вот в этих. Сейчас посмотрю на стриме. Можете вот эти. Надо сесть, да, но мобы прессуются. Окей. Прессуются, так прессуются. Привет, Биохазард. Очень рад тебя видеть, в отличие от СиДжея. Ну и все. Будешь сама Dark Souls Crash проходить? Я уж поняла эту фигню. Нет, так я имею в виду и завтра тоже. Завтра у нас будет World of Warcraft. А послезавтра, да, продолжу одна. Не вопрос. Боль, страдания, мучения. Окей. А чем он тебе не угодил? Он вынудил нас пойти в Dark Souls. Ну, в принципе, это весело. Биохазард, слышал бы ты вчера крики? Меня чуть-чуть бомбило. Самую малость. А все потому, что в жопу тебе твою отмычку, СиДжей. Нет. Да в смысле, что не так-то? Или она в помещении не может атаковать? Пиромантии. А послезавтра World of Tanks? Biohazard, только если ты... Топ-донаты будет тебе World of Tanks. Да, только если ты станешь топ-донатом, то да, будет тебе World of Tanks. Сегодня я страдаю тут. Магия кончилась, а у нее еще магия кончается. Да, у тебя 8 зарядов огненного шара есть. Ну зашибись. Обновляются. Ой, обновляются каждый раз у костра. Я ж поняла, у костра каждый раз. Ладно, я сейчас дойду до первого костра. Welcome to real world. Да. Я же искренне верю в магию. Я не могу без магии. Да ладно, бомбила, кричала, вот прям кричала, вот прям кричала, кричала, кричала. И насылала проклятие на СиДжея. Но я кричал, страдай. Я просто еще не понимаю, куда мне тут идти нужно. Если по-честному. Ну, помимо костра. Пушка слева, боже, какой твич запоздалый. Да, у твича это есть.
Да сегодня он еще меньше задержкой, по крайней мере, вчера задержка была 2 минуты. 3 минуты у нас. Под конец World of Warcraft было целых 3 минуты. Из-за чего мы с Зипом перезапускали стрим. Это в ней кричало? Да, именно в ней. Я знаю, что мой герой может очень быстро бегать, кстати. Так уж вышло, что я уже видела эту фигню. Да ну нафиг, а. И все заново. Прелесть какая. Нет, не рецепт, первый босс. Я боюсь, что я до первого босса не дойду и часов до 9. Нет, это я, пожалуй, подберу других тогда. Не, для рыцаря. Первая игра, в которой мне приходится еще беречь магию. А у меня как-то увеличится это количество магии когда-нибудь? А? Что, здоровье или что именно? Можно или количество магии? Ты послушал. Количество магии. Да, ты можешь увеличить, положив потом этот. Боже, как он называется? Там, короче, есть ячейки для заклинаний, еще один огненный шар. И ты увеличишь их количество. Да не держи ты негатив себе, выдавай его. Сейчас верну камеру, будет весь негатив. Не надо негатива. Зачем? Сама игра уже негативная. Ты извини. Игра вполне себе позитивная. В баночке пукать это Dark Souls, да, я уже заметила. И, ну он тот моб-то ко мне побежит, нет? А вот, давайте захватим нижнего моба. Почему бы нет-то? Слышишь, пробегай мимо всех, он тебе говорят. Игнорируй просто. Нафига? Когда можно всех убивать. А потом уже будешь до боссов, а потом до боссов уже будешь чистить. Я боюсь, что не смогу пробежать мимо всех. Может, и смогу. Что сможешь?
Я просто уже забыла, где костер вообще. Биохазард, там, по-моему, никогда не было вероятно. Нет, 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 нет. Да. А ты мимо костра пробежала? Охота, да. Хорош. Угу. Я предупреждала заранее Сиджету, что джойстиками я никогда не пользовалась. Всегда играла в обычные И игры. что? Так, Так что так тебе планируем. надо было к костру бежать, а не дальше. Зачем здесь жесть? И костер я не Серьезно. видела. Нормально так. Вообще повернула не в сторону даже костра. Я умею. Горячий. Я так и понял. Очаг и так уже горит от этой игры. Ладно, ничего тебе не горит. Да, действительно. Я лучше буду все-таки все зачищать, мне так спокойнее. И главное, костер не пропусти. Я постараюсь. Искренне постараюсь. Главное до него еще дойти. Пинг. Иди сюда. Иди сюда, ты говно собачье. О, смена качества подъехала. Видео что? Что, проститесь, Биохазард? Нормально. И ты иди сюда. А, но можно менять, когда у кого-то лагает. Это же странно, что у нас смена качества подъехала на канал. Может быть, это из-за игры. О, вот он, костер. Аллилуйя.
Сижей, ты тут? Сижей. Так, ну, я бы прокачала все-таки здоровье, наверное. Не заклинание, а вас сжечь. Что за вас сжечь? Все, нормально. Какого черта? Вот, я хотя бы не там рисуюсь теперь. Меня РК кикнул. Так зайди, у нас же нету пароля, сижей. О, да, точно. Моба же. Нет, 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 нет. Ясно, понятно. Нужен парашют. Нужен охладитель. Ты-то откуда взялся? Да вы офигели, что ли? Да, World of Warcraft игралось как-то полегче. Называем искусственный интеллект мобами. Правильно. Они же хилятся еще вдобавок. Как говорится, когда потихонечку. Первое прохождение? Да, первое прохождение. А что, оно всегда так выглядит? Помимо первого прохождения, тут еще и попытки научиться пользоваться джойстиком. Сдохни.
И ты сдохни. И ты сдохни. Ой. Ой. Ой, зря я это потратила. И ты сдохни. Все, нормас. Завидую, игра 10 из 10. Спасибо тебе за подписку, Леха. Только меня что-то уже эта игра припекает конкретно. Сегодня нам задал задачку CJ. Моя задача дойти до первого босса хотя бы. По сути, это вроде бы второй босс. Господи, опять эти уроды. Привет. На лицухе, да. Лицензия. Божечки, еще не дошла тут до второго босса. А, до босса 2 минуты. Я, если честно, даже дорогу не нашла пока что. Я помню, что здесь полно уродов. Да ё-моё, какая-то... Это же я меткая. Я, по-моему, даже не дойду. Бой начинается, когда онлайн откроется. Так, ну я уже прошла от первого босса, которого мне было очень сложно пройти. И пытаюсь дойти до, грубо говоря, второго. Из тюрьмы я уже вышла. И что-то у меня этого не получается. Хотя чем-то напоминает Dark Messiah. Отчасти. В далеком-далеком прошлом. Второй проще первого, если тактику знать, если вообще тут уметь проходить через мобов, как вижу, меня это что-то не очень получается. За что, Сиджей? Что я тебе такого плохого сделала, что ты дал эту игру? Вторая часть вообще шла какой-то. Не знаю, говорят то, что вторая часть наоборот полегче. И что это первая вот такая вот болючая. Ты поймешь, как это только после 1000 смертей. Панда как пуканчик. Хреново. Где следующий? Следующего мне.
Да твою же ж мать! Возможно, вторая часть кажется легкой, потому что основа Dark Souls выучена в первой части, и поэтому третья часть кажется еще легче. В жопу, Dark Souls. Нет, не пойдешь, мы... Ну и нахрен тебе. Я знал, что будет весело. Антихрист, где ты увидел веселье? Где ты здесь увидел веселье? Просто безудержное веселье. Просто пробеги мост. Тут вот хотелось бы просто пробежать мост, но там три моба. Аж перепройти захотелось. Но нам весело, мы же не играем. Даже когда сможешь, ты сумеешь, мы верим в тебя. Прекращай, прекращай верить, Биохазард. Что если просто пробежать? Да. Прям совсем-совсем пробежать. Только не туда. А так хорошо все начиналось. Только спокойно, это всего лишь Dark Souls. Ой-ой, души лыжанки. Ладно, пойду по делам, стрим, записи посмотрю. Запись ведь останется, да, запись останется. Смотрю, уже спидранит. Ну как сказать? Хреновый спидран. А если еще раз? Пройти-то. Я тут мимо проходила. Весь Dark Souls проходить будешь? Ну, придется, наверное, но со временем. Не обещаю, что это будет за один, за два стрима. Так как еще есть заказ Антихриста. На достижение в World of Warcraft. В жопу себе эту стрелу запихай. Прокрути 20 раз, через ухо вытащи. А ты меня не видел. Никто меня не видел. А что, еще стримишь помимо дарков? Ну, давай начнем с того, что был Borderlands.
слышь? Я тут со зрителями разговариваю. Была борда. Сейчас еще по ним идет World of Warcraft. Был Diablo 3. 7 сезон проходили. Что еще у нас было? Life is Strange была. Уйди отсюда! Нафиг! Ну или иди сюда. Слышу подписку. Спасибо огромное за подписку. Проблема в том, что мне приходится каждый раз закрывать окно. Потому что, скорее всего, меня сейчас убьют. Old Chinese. Спасибо тебе. Надо же, меня не убили. Нормально все. Через часок-другой ты поймешь эту дресню, я надеюсь. Закаляй нервы. Когда-нибудь, наверное, в следующей жизни, когда я стану кошкой. Сдохни, сдохни, тварь. Теперь ты иди сюда. Все? Я примерно так же играл, как и ты. Это норма для новичков. Окей. Хорошо, ты меня прям это... Я прям гора с плеч. Да ты слышишь? У меня еще есть три хилки. Вы мне скажите, я хоть в ту сторону начинаю бежать-то? Это непонятно. Ладно, качай нервы, пойду. I will be back. Давай, удачи. Удачи тебе, Biohazard. И мне удачи, надеюсь. Она мне поможет. Вот здесь я хочу воспользоваться вот этой шнягой. Готовы? Нормально. Те ступеньки, с которых упала, забегаешь, поднимаешься и босс. Заперто. Нет правильного пути, просто иди куда хочешь. Вот здесь, что ли? Надеюсь, перед боссом-то хотя бы будет какая-нибудь сохранялка-то. Какой-нибудь костер. Ну, нормально, тебя магия идет. Берет. А тебя магия берет. Армаз. Не будет? Серьезно? Серьезно, не будет костра? И все это по кругу заново? Кстати, кто же такое придумал-то? Что за... Извращенец это делал. Он сам-то эту игру прошел хоть раз. Бухни, баба. Бухни. Должна помочь. Буду трогать подозрительные бочки. Нету тут костров. Один только на этой локе. Дальше у моста.
Ну да, я буду мимо них пробегать. Меня заки вызвать так. Так я расскажу тебе тактику. Хитрые китайцы вызвать. Вообще-то мост нужно было будет пробежать, чтобы открыть коробку наверх. Шай слив. Ты бежишь до босса, отводишь его дальше от лестницы, потом бежишь обратно, забираешься и прыгаешь на него сверху. Так 3-4 раза, в зависимости от хлеба. У нас нету задачи победить босса. Нету задачи победить босса, есть задача до него добежать просто. Просто добежать и все. Это вот там вот он или как? Предвкушаешь слив? Держи, слив. Но я добежала. Так, если... Или если превращаешься. Господи. Почему ж так больше? Бери оружие в две руки, так больше дамага. Да ну нафиг этот дамаг, вот честно. Бежать, 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 бежать и еще раз бежать. Не добежала. Ребят, скажите. Скажите мне, пожалуйста. Максимальное, сколько вы выдерживали в первый раз, когда проходили в Dark Souls? Сколько часов вы играли? Максимум. До момента, когда захотелось послать все нахрен. Сначала поднимись на башню. 2 часа? Я прошел. Че, с первого раза прошел? Серьезно? У тебя нервы стальные? Что? Да, блин. С возвращением сижу, да. Упс. Забавно это смотреть, я также сливался, когда начинал эту игру, и руки дрожали на первом боссе. У меня руки не дрожали, и у меня просто... Я просто не попала по кнопочке. Спасибо. Чё? Я смотрю, ты далеко уже дошла. Ну, я прошла до босса так-то. Так что твой квест выполнен. Да ну нафиг, а. Так, ну я после 2 часов... Не, ну после 2 часов-то я вернулся через неделю. Да, CJ, вот нам тут это подсказывает, то, что через пару минут уже закончится. Ты можешь включить в РК, чтобы говорить, это тебя не слышно? Да, у меня РК вроде бы включен. Если что, так, CJ. Я ненадолго отключу камеру, нужен перекур. Так вот, нам уже подсказывают, что через какое-то время я психану, закончу стрим по Dark Souls и вернемся мы через недельку в него. Так, 10 минут. Вот как начал играть, так вот и прошел. Долго приходилось привыкать. На втором боссе она, наверное, игру снесет, не говоря про... Ясно. Я в 3 части ненавижу половину локаций.
Три болота, просто боль. Знаешь, я уже ненавижу эту игру. Хуже уже быть не может. Но может быть более неожиданно, если я вдруг пройду босса. Это будет реально неожиданно, странно и непонятно. Первого я прошла через 7 попыток. Короче, врага тебя все равно не слышно, ну ладно. Сдохни. Оптимизация у первой части хромает, но не знаю, по крайней мере, с джойстика-то более-менее играть. Хотя да, мышка напрягает постоянно. Уже может быть то, что ты видишь сейчас, это лишь 10% боли. Оптимизация первой части хромает, так это я уже прочитала. Для меня город был простым. Порт кривой же. Вполне, вполне. По крайней мере, как у меня стандартное управление стояло. Не так много. Где мои хилки? Все. Манус, вот настоящая боль. Я вот хочу увидеть, как она будет с Сифом драться. Никак я не буду драться с Сифом. Мне после этой игры захотелось Dark Messiah посмотреть заново. Если кто проходил когда-то, играл в нее, наверное, поймут. В какой-то степени игрушка была забавная вроде бы. И почему-то она мне как раз напоминала эту. Только там еще были красивые хедшоты. Так, ну ты пойдешь ко мне? Пойдем, мой сладкий. Идем сюда. Давай. Ну? Иди сюда. Во. Умничка. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Какой ты молодец. Минус один, нормально. В этой игре даже есть сюжет, прикинь, да я уже как бы поняла то, что сюжет-то есть. Идем, идем сюда. Нормально. Акумура Лин, привет. Да, это самое начало. Дальше я еще пока что не прошла за все время стрима.
Не, ребят, это жесть. Честно. Размахался ты тут своим мечом по все стороны. Мне еще нравится. Нарисованный мир Ариадис и полудракониха в нем. Да, что еще потом в картину попадешь. У тебя затянет. Потом будет возможность отправиться в прошлое. Но совершенно не бредовую. Ты-то откуда взялся? О, темные душки. Привет, привет, сэр Коттингтон. Страдания, боль и утрата. Утрата собственного рассудка. Ладно, я второй раз попытаюсь. Давайте без спойлеров. Я второй раз попытаюсь дойти сегодня до босса. Если это не получится, то, скорее всего, по Dark Souls у нас стрим на сегодня закончится. Вот. Что? Я думаю, квест все-таки с CJ мы выполнили. Мы до него дошли. О, нормально прям. Двух одним ударом вообще шикарно. Короткий меч. Да ну нет же. Все? Нет, не все, еще один. Выпей бутылку. Теперь все? Теперь все. Нормально. Там кто-то еще, да? Хотя тут везде кто-то еще. Что там написано? Как без потерь? Черный рыцарь снизу, он изи, иди убей его, у черного рыцаря лежит кольцо, надо брать. А где снизу-то? Снизу там, что ли? Нифига себе, изи. Изи. Изи.
Если бомбами его. Зато тут бесконечный фарм. Сильнее босса, кстати. Иди ты, Сиджей. Знаешь, куда? Вот именно туда и иди. Где там этот чувачок-то, который должен выбегать? Давай, давай, выбегай. Во, умничка. Темный щит. Осколок. Чего-то там. Нормально. Видите, как я играю? По-моему, мне игра сейчас выдаст просто все, что можно было получить в этой игре. Бесконечный фарм твоих нервов. Во втором дарке, кстати, нету бесконечного фарма. Пикание. Втором дарке бесконечный фарм на короле гигантов. До сих пор еще здесь, да, я до сих пор еще здесь. Все совсем ужасно и печально. Не, ну как до сих пор еще здесь? Я дошла до первого босса. Я слилась ему, даже не попытавшись что-то против него предпринять. После чего я снова здесь. А ты офигел, что ли? Ну теперь у меня хотя бы есть щит, так как он получше, чем был. Всю игру с этим щитом прошел, плюс один раз проходил, потом без щита проходил. О, можно же сходить взять травяной щит, если она катану еще не взяла. Хотя она катану еще не взяла, нет, еще нету катаны. Не забывай, что у тебя огненные шары еще есть. Я помню, огненные шары просто повыше. Для новичка неплохо, очень самое важное, что я для себя извлек, пока играл, не гореть после своих смертей. Хотя поначалу бомбила адски. Ну вот я уже поняла то, что смерти тут их очень много. Если хочешь, катану можно назад вернуться взять. Она типа мощнее будет? Просто дальше тут как раз идут рыцари. Все вот непонятные. Против них я хотела сберечь эти шары огненные. Да, вот примерно как-то так. Чувырла откуда взялось? Так. Вовремя вспомнила про силку. Засунь себе туда прям свой арбалет. Мисклики.
Так, что тут у нас? Так, да, но потом нужно 12 сил, 12 ловкости вроде бы. Так, ладно. Минус, минус этот гребаный уродец. О, тут еще один. Все равно последний шар остался. На него и потрачу. Только у меня хилок теперь не осталось. Вообще не осталось. Сижей, в общем, на сегодня будет все. Что я последний раз вот показываю то, что я дошла. Дошла я до главного босса. Походу. А, ну да, точно, наверх же. Не поняв, что это за бочки такие. Хотя сказали, что вроде бы еще нужно подняться наверх, да. Или не наверх. Так, начальный класс дает буст для прокачки, но по сути до конца первого прохождения ты будешь одновременно всех классов. Начальный класс не значит ничего, но зачем брать с низким по ловке и силе перса, чтобы делать из него воина? Логика-то где? Там можно еще Хавла потрогать. Лучше бурить класс, а не делать из него Франкенштейна. Понятно, понятно, понятно. Этого у нас все равно не осталось, осталось только это. Что ж, попробую, попробую последний раз эту хрень пройти. А для меня это именно хрень. Давай спрыгивай, чувак. Давай, где ты там? Да в смысле? Я ему даже нанесла немного дамага. Вот, после чего слилась. Так что я молодец, лестницу зачистить уже поздно. Уже поздно лестницу защищать. Стрим идет уже час 44 минуты. Час 44 потуг на этой лестнице. Ребята, это же кошмар какой-то. Так, вы говорите вкачать ловкость и выносливость. Его у меня нету, вроде бы как. Я прямо представляю, как ты 20 раз игру прошел тут ручками наперевес, как дурачок со стадом клонов. Не могу прокачать, походу. Могу бочки побить.
Знаешь, куда себе свою банку засунь? Ты ешь, чувак? Ребята, игнорить я никого точно не буду, я примерно поставлю так, как дурачок, который не бла-бла-бла-бла-бла. Да. Какого черта опять, а? Я же мимо пробегала. Ну что, ребят, если честно, с меня на сегодня вот этих вот попух тяжелых хватит. Я уже достаточно натерпелась. Джей, я твой квест выполнила до босса. Я добежала. Да, на клавиатуре я пробовала эту игру. На клавиатуре она кошмарная. Единственное, что мне помогло хоть как-то освоиться в ней, это вот это вот. Думаю, может быть, если так получится, то через небольшой перерыв мы можем пойти в World of Warcraft сегодня. А пока что на меня с меня хватит. Даша, молодец, будешь по чуть-чуть играть. Ну да, я буду по чуть-чуть проходить. Вот, периодически вне. Вне стрима тоже буду пытаться что-то сделать в этой игрушке. Надеюсь, что это будет получаться. Что, Dark Souls мы пойдем послезавтра. Завтра у нас будет World of Warcraft. И, возможно, как раз через небольшой перерыв. Смотрите за анонсами, я напишу обязательно. Ребят, всем огромное спасибо, честно, за поддержку, за просмотр данных потуг, за присутствие Алекс Кит, 999, Антихрист, Сиджей Рок, Староста, Ноу Самфинг, Лехан, Памкейкер, Квазакотти, Хлебушек, Сиркотингтон, Спейс, Кируш, если правильно прочитала, Тордер, кстати, привет тебе, Украин Хаос и Zero X. Ребят, спасибо вам огромное за то, что вы присутствовали. Спасибо за подсказки, которые вы выдавали. Давай еще Диабло постримим. Нет, сегодня Диабло не будет. Что ж. У нас, если что, есть сообщество ВКонтакте, в котором вы можете узнавать анонсы предстоящих игр. И сейчас наш Найтбот вам выведет его. Кто не подписан, подписывайтесь на канал, вам здесь всегда рады. О, Панкикер нам отвечает. That sound like a visit. I wouldn't want to steam after two. Hello. Yes, Панкикер. The great game. The game is very great. Что ж. Если у вас есть желание и возможности поддержать канал, вы можете воспользоваться данными ссылками. Любая помощь нашему каналу очень важна. Ну, а тем временем, всем приятного вечера. Перепройдите Dark Souls. Пока.